Итак, всем привет. Попробуем поиграть сегодня в Майнкрафт на Life World. И что мы тут видим? Ничего себе. Вот это да. Вот это поворот. Сколько курочки у нас, ребята. И сердечек много. Я скажу, я тут новенький. Так что будем изучать вместе мир. Если, конечно, вам интересно. Мне так очень интересно, вы посмотрите, сколько разных персонажей. Смотрите, какие они прикольные. Он как будто станет на ракетке. Или с чем-то. Или с чего-то. А это часы еще такие, смотрите. Смотрите. Если я стану так. Оп, он еще от меня бегает, вы видали? Ха-ха, здорово. Ух ты. Вот это да. Вот это у нас похоже на индейца. Да? И смотрите, они все с как будто станет с ними ракетками или с часами непонятными. Это у нас Моника. Алло, Моника. Так. Смотрите, смотрите, какой. Грустный, что ли? Ты чего грустишь? Не грусти. Уф, тут фейерверки еще запускают. Ничего себе. Вот это да. Вот это супер. Супер, супер, супер. Так, а тут можно... Ух! Вы это видели? Смотрите. Уш! А выше можно? Зюх. Уф, вот это да. Вот это полет. Так. Гун гейм. А как его использовать, этого гун гейма? Так, на Е у нас инвентарь. Так. Ice knife. Не туда и не сюда. Хорошо, ладно, разберемся попозже. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Оп. Ну, не туда, не сюда. Хорошо. А что у нас вообще есть? Навигатор. А, это навигатор. Ничего себе. Хорошо, теперь понятно. А, это у нас Legion Wealth World Room. Гаджеты какие-то у нас. А, на правую кнопку, как я понимаю, у нас инвентарь. Так. Жемчуг Эндера. Прокатиться по небу на вашем собственном жемчуге Эндера. Нажмите правой кнопкой для покупки. Понятно. У нас все за денежки тут, так? Ну, не беда. Количество коинов 8000 у нас, как мы видим. Так ведь? Так, а это у нас все. Кукухка. Кукухка. Кукушка. А написано как кукухка. Дальше. Смотрите, смотрите, сколько всего. Уф. Так, это книжная какая-то. Вот это да! Вы это видите? Или я это вижу один? Это ж просто обалдеть. Это ж просто шикарно. Цветошки. Цветошки, дайте мне вас потрогать. Ой. Вот это да. Вот это да. Дальше. Дальше посмотрим, что у нас. Ой! Оно так везде? Ну-ка. Чудух! Ха-ха! Здорово! Смотрите, сколько... Ого, паркур. Ну-ка, покрутись-ка, сделай-то что-нибудь прикольное. Чё-то, чё-то. И чё-то он. Смотрите, вот везде кто-то какие-то уровни, 87-й, коины у всех там. Теги какие-то. Ужас. Мне в этом надо разбираться. Ох, какие фонари, вы посмотрите. Как... Вот, ой. Вот это да. Вот это поворот событий. Сейчас, секундочку. Прошу прощения. Что мы тут еще видим? А на гору на ту можно залезть, интересно? Давайте-ка попробуем. Шоп, 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 шоп. О, смотрите, там кто-то стоит. Пойдемте знакомить. Пойдем познакомимся с тобой. Оп, 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 оп. Так. А ты чего тут стоишь-то? Эй! Похоже, он уснул.
Может и нет. Но у нас есть с вами задание. Ну, конечно, мы его сами придумаем. Посмотрим. Все это высоко. Как оно тут все это смотрится. Я думаю, будет шикарный вид. Самый красивый, который можно здесь найти. А еще повыше? Нет? Давайте попозже смотрите. Просто вы посмотрите на эту красоту. Опупеть. Это шикарно. Так. Дальше. Давай дальше. Еще выше, выше. Так, а здесь мы еще выше сможем забраться? Мне интересно. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, дай забраться на тебя. Нет? Я не могу на траву на эту забираться? Или это я просто криворукий чуть-чуть? Наверное, это я все-таки еще. Не очень, но... Вы видали? Вы это видите? Это... Вот это да. Смотрите, кто-то опять у нас... Хайпер. Ты чё тут завис, а? Я что-то не пойму. А интересно, если я вот так сделаю... Ой! Нет, не разбился. Ну-ка, давайте в город забежим туда. Еще мне интересно, почему никакой музычки не играет, да? Смотрите, если бы музычка играла, было бы куда повеселее. Намного. Смотрите, какой синий-серый зал. Это у нас бас... Не... Нас не пускает, ребята. Них... Алло! Как это нам сюда нельзя? Алло? Нельзя. Ребята, простите. Но мы обязательно туда как-нибудь попадем. Нет? Так, я сейчас буду агрессивничать. Нет? Ну, ладно. Бог с вами. Так, а у нас еще сундук нуба. Древний сундук. Мистический сундук. Текущий уровень 1. У вас на руках. 8000 коинт. Ваш статус. Игрок. А это достижение. Выполните это... Нажмите для просмотра. А, множитель коинов. Что-то он тут у нас как-то делает. Нажмите для предусмотра доступных множителей. Ладно, мы пока это... Пока ставим. Тогда потом. Итак, идем дальше. Паркур. Я теперь, наверное, немножко понимаю. Мы сейчас сюда зайдем. И тут надо будет лазить. Как нам сделать? Ничего... Таймер запущен. Вперед, таймер запущен. Так, подожди. Вы вышли из зоны паркура. Таймер за... А что мне надо сделать? Что? Что? Нет? Вы мне хоть скажите, что надо таймер запущен. И время-то идет. А куда идти-то хоть? Ну ладно, давайте попробуем. Время паркура. Нам что-то нужно сделать. Хотя бы стрелочка какая-нибудь была бы. Так. Так. Так, и так, нет, да, да. Опа, а дальше-то как? Подождите-ка. А так вот, нет, 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 пусти меня. Он не пускает нас. Вы это... Нет? А что? А если с разбегу? Нет, представляете, я не знаю. Наверное, я еще не очень хорошо прыгаю. Но все со временем. Мы научимся обязательно с вами прыгать. Да, но я обещаю вам, мы научимся. Честное, пионерское. Честно говоря, обещаю вам. Обещаю. Мы научимся обязательно прыгать. Но тем временем таймер-то запущен. Вы смотрите. Мы уже целых две... Да, минуту 4 секунды, между прочим, мы тут бегаем. Давайте-ка еще разочек. Оп. Опля. Нет, не опля. Как-то же он должен. А я могу себе поставить что-нибудь? Нет, не могу. Подожди. Он только как-то что-то какое-то... А вот это что? Вот и не понял. Быстрый ответ на личное сообщение. Что за быстрый ответ на личное сообщение? Окей. Не знаю. Ребят, предлагаю на сегодня паркур... закончить. И слава богу, хватит. Хватит нас паркура. Думаю, мы сегодня с вами напаркурировали. Но мы еще попробуем. Я обещаю, что мы все это попробуем делать. Все, что здесь есть, мы с вами обязательно попробуем. Только прежде нам нужно чуточку совсем с этим будет разобраться. Вы согласны? Я думаю, да. Так, смотрим, что у нас тут. А это у нас что? Наверное, думаю, сюда вставляется палка.
она не горит огонь. А иначе факел. Здравствуйте. Вы как-то все странно себя так ведете, я вам скажу. О, зашевелились. Те, как будто спят. Бэдвардс. Ладно. Смотрите, здесь всякие. А там кто у нас? Рыцарь. Все как-то приуныли, пригрустнули. Давайте, знаете, чем сделаем? Прыгнем-ка ему на голову. Нет? Нельзя на голову прыгать? Серьезно? Серьезно нельзя прыгать на голову? Как так-то? Нет, ну вы издеваетесь надо мной, а? Почему я не могу прыгать на голову? Почему я не могу прыгать на голову? Я хочу прыгнуть на голову. Да? Мы же хотим прыгать на голову с вами. Мы обязательно это сейчас сделаем. Я вам обещаю. Так. Но. Ай, за что? Ты что со мной делаешь? А? Ты кто? Загадка? Загудка? Отстань от нас. Отстань, уйди, брысь. Пш. Нечистое. Сокровище? А как взять сокровище? Нет? Я не знаю, как брать сокровище, ребята. Представляете? Как взять сокровище? Они не берутся. Алло. Так я что-то, наверное, как-то не так делаю. Вы мне, если, ну, поможете? Напишите что-нибудь. Может, вы кто-то что-то знает. Я пока совсем не представляю, как и что тут можно сделать. Единственное, в чем я разобрался, если нажать на правую кнопку, у нас тут, смотрите, что есть. И то мне-то ничего не понятно. Надо изучать. Изучать. А еще на... Так. На тап это смотрю. Так. Игроки онлайн. У нас сейчас онлайн. Ого, сколько много людей играет. Вот это да. Ладно, пойдем дальше, изучим, что тут есть. А потом со временем. Кто-то. Вот он воюет там кто-то все. Кто-то все взрывы, трах-бабах. Ух. Так, хорошо. Quick. Я не знаю, может как-то я неправильно что-то запускаю, но мы сейчас обязательно с вами разберемся. Обязательно разберемся. Добрый осел. Давайте попробуем подойти к кому-нибудь из товарищей. Нет. Что это вообще? Куда ты меня понес? К нему подойти? Нет. Зачем? Зачем вы это делаете со мной? Давайте подойдем вот к этому. Может, он нам что-то да сделает. Вот, сервер. Вот он мне показывает только. Только для VIP. Ну-ка, сервер. А давайте вот сюда попробуем зайти. Что нам это интересно даст? Ух! А вы тут чем занимаетесь? Как бы здравствуйте! Вы посмотрите, как их тут много, просто это ужас. По-моему, больше, чем людей на улице. Вот мне сейчас, допустим, посмотреть в окошко, и там намного меньше будет людей, чем здесь. И смотрите, все какие разные, все какие красивые. Обалдеть. Вот это да. Ну ничего страшного. Я не могу тут рушить ничего, да? Ну, конечно, нам бы и не хотелось рушить такую красоту, кто-то это создавал. А мы тут возьмем и разрушим все, да? Нет, конечно, мы не будем это рушить. Так. Ну, хоть что-нибудь-то поделать нам дайте. Ага. Ага, кто-то бубенчиком. Мы не взяли первое задание у проводника. А где у нас проводник? Интересно. А не ты ли у нас проводник? Нет, сударь? Нет, то, к сожалению, он у нас не проводник. А, вот проводник, смотрите. Здравствуй, проводник. А, эй, ты тут новенький. Моя работа это помочь такой зелени, как ты. Окрепнуть? Ну давай попробуем.
как крепнуть-то? Для начала проведем для тебя обзорную экскурсию. Позади меня находится аномальная яма, постоянно зарастающая каким-то сорняком. Так, мы не успеваем в таком темпе-то прочитать-то, ребят. Как бы чат-то может и это... А еще раз можно? Ну, пожалуйста. Ну скажи. Ты еще не доделал задание. Подробности в Joy. Хорошо. А как там задание посмотреть? И может как-то достижение, статистика, настройки? Ну, как я понял, яма у нас за спиной. Да. Буковки, конечно, тут читать не очень. Хорошо. Все куда-то бегут. Ого! Вот и наша яма. Я уверен, что это наша ямка. А кто-то слышали? Как будто мишка какой-то. А, это коровки? Смотрите. Кто-то с коровками. Так, главное ни во что не вляпаться. А то я помню, как-то маленький в деревне наступил в то, что мне не понравилось. Так. Может, пособирать надо? О! Смотрите! Да ладно, как я хотел это сделать. Ой. Тихо. Нет. Выпусти нас. Выпусти, мы не хотим сюда. Так, что у нас здесь? Оп. А если глубоко-глубоко вниз убежать? Что интересно будет? Давай-ка. Еще. Стоп, а что? Ого. А как выбраться-то теперь? А можно как-то... Так, я не рад. Я не рад тому, что получилось, но я думаю, если мы сделаем вот так. Так, то есть он будет продолжать ломать? Ребята, выручайте меня. Выручайте меня, подсказывайте, как мне отсюда теперь выбраться. Есть ли вообще у меня возможность отсюда выбраться? Мы сейчас сделаем, не переживайте. Главное, чуточку терпения. Да? Чуточку терпения. Зато вы представляете, сколько у нас сейчас будет много всяких ресурсов. Это же немерено будет. Я прав? Потому что я смотрю, что они у нас копятся. Сейчас будем самыми богатыми, я вам обещаю. Самыми-самыми богатыми будем. Так. Только не падай на голову. А то как-то я уже посмотрел, что есть такое... Ой. Ух. Да, нам повезло. Вы видели? Сказочно повезло. Я же обещал. Еще чуть-чуть. И мы отсюда обязательно выберемся. Это по новой все? Это все по новой? Смотрите. Нам повезло. Нам просто повезло. Зато сколько ресурсов увидели уже. А я надеюсь, они не падают. Ого, смотрите, какой опытный у нас тут. Добыть блоков 51, уровень 1, смертей 0, баланс 0, фракции нет. А задание, ну, мне очень интересно, конечно, как нам надо посмотреть, это будет задание еще. Но мы чуть попозже сейчас пособираем и вернемся к тому проводнику, который помогает нам. Вы посмотрите, они все тут. Ух, какой красивый. Ничего себе. Вы напишите, если хотите отдельно там как-то посмотреть на кого-то. Мало ли. Я подойду кому-нибудь и обязательно хорошо покажу его. Вот давайте вот этого посмотрим. Вы посмотрите. Похож на какого-то демона, я не знаю, так сказать. Вы посмотрите. Но очень красивый. И крылья, и рога. И черненький есть такой. А вот еще... Ой. Ты у нас приуныл? Уснул? Ну, этот какой-то посветлее, да, такой? Вот этот вот мне очень нравится. Смотрите, он как будто беленький такой в шахматную доску, непонятно, в клеточку. Но какой он прикольный. И все чем-то таким необычным собирают. Я как понимаю,
тут надо как-то что-то выиграть. Они же не просто так раз за разом откапывают эту яму. Было бы чудно. Так. Давай. 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 Так. И вот так. Ого. Смотрите, а крылья цвет еще меняют у него. Вот это да. Но мне как-то фиолетовый, честно говоря. Какой у вас, кстати, любимый цвет? Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот у меня, ну, мне нравится очень фиолетовый. Я прям вот, прям очень-очень нравится фиолетовый. Хотя говорят, что мальчикам, большинство мальчикам нравится очень фиолетовый. Ну и черный, как я понимаю, такие сильные цвета. Красивые. Броски. И какой вам костюм вот из всех, которых мы увидели, больше всего понравился? Ох! Вы видели? А там он... А, я думал, он какое-то колечко нашел. Нет. Смотрите, что он делает. Здравствуй, друг. Я, к сожалению... Ох, это вот что вы можете? Мы можем и вот так вот уйти отсюда. Здорово. Вы это видите? Или это я вижу один? Обалдеть. Ух. Му. Зачем вы бедных коровок пугаете? Перестань. Вы посмотрите просто. Это же какие-то гномы-копатели. Они же уже все тут раскопали. Все, что можно. Но у нас есть одна проблемка, как вы видите. Нам бы... скушать курочку бы. То есть я не могу скушать курочку, да, как я понимаю? Я просто... Она здоровье само восстанавливается, интересно, потихонечку? Давайте посмотрим. Да, тихонечку здоровье само восстанавливается. Это же здорово. Здорово. Но у нас тем временем уровень-то еще даже и не повысился. Странно. Так, я предлагаю сейчас, когда все обновится, ну, когда под новость всех поднимет там и так далее, я предлагаю пойти к тому проводнику сходить, и что он нам скажет. Может, будут какие-то изменения в наших заданиях, или они обновятся, или еще что-то. Вот сейчас сердечки у нас только вот эти вот доберутся, давайте. И мы обязательно пойдем с вами к проводнику сходим, да? Я думаю, всем интересно, что будет дальше. Что же нас ждет дальше? Ух. А дальше нас ждет чудеса техники. Я прав? Конечно, я прав. Так. Ой, тихо. Нет. Я уже как-то право. Это. Вы видите это, нет? Он копает под меня. А мы под него. Иди сюда. Иди, ты думаешь, я так же. Иди сюда. А куда ты побежал? Хитрец такой, а? О! Обновилось все. Так, ребят, давайте-ка, знаете. Сходим к нашему проводнику. Что он нам интересно скажет? И скажет ли он нам вообще что-то? Так. Ой! Ой! Походу, мы подвернули ногу. Так. А, ты еще не доделал задание подробности в Джо. Давайте пропишем эту команду тогда. Так, как я понимаю, надо прописать команду Джо. А, правильно? Джо. Ну, если я, конечно, не ошибаюсь. Я, конечно. Журнал заданий. Ежедневное задание. Проводник. Принесите проводнику один стак дуба. Один стак дуба. Проводник хочет от нас дуб. Хорошо. Ну, у нас, надеюсь, дуб-то там был. Да? Дуб-то у нас кто-нибудь там видел, ребят? Один стак дуба. Вот это поворот. Давайте-ка попробуем принести один стак дуба. Ага. А здесь у нас защитник. Нет, мы к тебе пока не пойдем. Мы закончим пока с проводником. А потом попробуем посмотреть, что нам даст защитник. Я прав? Но дуба я здесь не видел вообще. Вы тоже, я думаю, дуба, да, не увидели. Тогда нам, наверное, надо на ту территорию сходить.
Не зря люди, да, туда бежали? Смотрите, тут же есть еще вот так вот. Оп. Я правильно увидел, как туда люди бежали? По странной, конечно, дорожке. Да. А дуба мне никто не хочет дать? Дуба. Дайте, пожалуйста, дуба. Дайте дуба. Мне нужно стак дуба. Стак это 100 получается, как я понимаю. Я надеюсь, что я правильно понимаю. Ладно. Не переживайте. Мы сейчас с вами обязательно разберемся. Так, тут есть проходик? Нету проходика. Давайте пойдем на второй этаж. Как-то же туда пробраться надо. Тоже вот он не дает, представляете, пройти. Как пройти туда? Наверное, я не один такой ищу проход. Но как-то же туда можно пройти. Смотрите, там что-то. Это дуб? Это... Я уверен, что там дуб. Я просто уверен, что там дуб. Мы обязательно туда попадем. Я должен попасть к дубу. Дуб. Алло. Стак дуба. Дуб. Нам надо к дубу. Ребятки, все у нас получится. Смотрите, эти все копают и копают. Крутики. Как кроты, да? Кроты такие шух-шух-шух-шух. У кротов, кстати, ну, как бы есть глаза, а вроде как бы и нету. Такие маленькие землеройки, они копают землю там. Вот. Но у них очень чувствительные усики, носик, как я понимаю. И они это все шух-шух-шух-шух-шух-шух. Копают, 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 копают. А-а-а, вот эта яма с дубом. Мы не на той яме. Ребят, я прошу прощения у вас. Но, знаете, в чем секрет? Зато... Мы уже, наверное, насобирали очень много того, чего нам надо. В следующих миссиях будет. Ну, давайте закончим хотя бы с дубом, попробуем. Каково это будет все. Так. Дуб. Сколько у нас дуба? Дуб, стак дуба. Попробуем. А здоровье-то у нас собирается прибавляться, мне интересно. Смотрите, и тем временем полоса. Вот тут вот видите, полоса такая зелененькая идет. Она тем временем, когда мы ее добываем, растет у нас, я вам скажу. Это получается уровень. А здоровье у нас почему-то сердечки остановились чуть-чуть. Ой, вы посмотрите, это что с нами такое? Нам плохо? Нам надо скушать. Ой. Мы покушали. Может станет легче, нет? Как вы считаете? Ой. Ой. Вы это видите вообще? Это что с нами? Это что с нами? Я не понимаю, ребят. Ух. Может сейчас что-то да восстановится. Так, дайте ко мне отсюда выйти. Вот это да. Вот это мы с вами поплыли. Попробуем в таком состоянии, конечно, отдать нашему проводнику что-нибудь. Что он нам скажет? Ты еще не доделал задание. Подробности в Джое. Хорошо, а как у нас задание-то там решается-то все наши? Задание-то у нас покажется, может? Нет? Нет, не покажется. Должны же показаться все задания. Ой, 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 это когда-нибудь закончится, мне интересно. Я так понимаю, это просто, чтобы усложнить все задания нам же. А вот это в дуб, интересно, пойдет? Как вы считаете, ребят? Так. Мы, кстати, ничего не можем использовать даже сейчас. Представляете? В таком состоянии. Ужас. Ужас, когда это кончится? Продать все. Мы с вами про... Какой кошмар. Какой кошмар. Вы это вообще видите?
Вы видите, что мы с вами сделали? Мы просто все продали. Ладно. Помоги нам, помоги. Пропишем команду очередную. Ребят, вы представляете, тут все как будто залагало. Так, давайте-ка я, наверное, что-то должен с этим сделать. Я обязательно должен что-то с этим сделать, но я пока не понимаю, что... Ой, я, наверное, что-то плохое сделал. А если еще съесть курочку? Ребята, вы понимаете, у меня ничего... Вот. Он написал, чтобы не отставать от других игроков, вам необходимо прокачивать свой уровень. Для этого нужно прописать, если все условия выполнены, а именно количество выполненных блоков и денег на вашу мечту, но вы сможете, то вы сможете прокачать свой уровень. Каждый новый уровень дает один доп сердца, а каждый 5 уровень один доп урон. Повышение уровня также необходимо для разблокировки новых шахт и локаций. Хорошо. Дальше, когда игрок достигает 5 уровня, так, это нам потом пока рассчитано. Всем заключен доступ аукцион, который доступ. Так, это у нас что? Экономить, получать денег. Это какой-то назад. Да. А где задание-то? Вот журнал заданий. А, вы представляете... Так, подождите. Это тюрьма получается своего рода такая. Я прав? Время в тюрьме. 18 минут. Ежедневное задание выполнено нет. Я совершенно... потерян, я не знаю, что делать. Это что-то с чем-то, ребят. Я предлагаю как бы сегодня на этом закончить. Я как раз разберусь, что это такое, чтобы вам тоже все это объяснить. А пока спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока.